Почему Кёнигсберг решили переименовать в Калининград? После победы в Великой Отечественной войне до весны 46 года город продолжал носить название Кёнигсберг. Управление в Москве понимало, что не может сохранить прежнее имя города, ведь на тот момент оно носило для советских граждан ужасные ассоциации по типу «логово фашистского зверя» и «злой город со скверной историей». На май 46 года было два варианта. Королевец, исходя из истории образования города, и Балтийск, исходя из географического расположения области. В ходе совещания серьезные дяди и тети решили, что правильнее будет остановиться на названии, привязанном к географии. Начали проводить формальные мероприятия по подготовке к переименованию города. И тут неожиданно 3 июня скончался Михаил Иванович Калинин. Несмотря на то, что сам чиновник не имел даже косвенного отношения к городу, 4 июля 46-го без дискуссий и обсуждений был подписан указ о переименовании Кёнигсберга Калининград. Забавно, что в итоге есть и Калининград, и Балтийск, и как бы это ни звучало, но поляки теперь называют наш город Крулевец. А как бы вы назвали Калининград? Напишите в комментариях.